Я хочу обратиться к людям, к белорусскому народу. Мы приняли решение, мною оно принято, давно принято, о масштабном социологическом исследовании в Беларуси. И тогда было поручение, чтобы мы эти социологические исследования закончили Всебелорусскому народному собранию и поставили там для ответа людям конкретные вопросы, от которых зависит развитие нашей Беларуси и которые волнуют людей. Эти социологические исследования начались. Исследовали часть городов, трудовых коллективов отдельных и так далее. Вот в ближайшие дни мы опросим людей. Мы не исследовали фактически село, малые города, районные центры, ну и отдельные предприятия, которые нас больше всего волнуют в городах. Поэтому я обращаюсь к людям, очень вас прошу, когда придут наши представители социологических служб к вам и зададут какой-то вопрос конкретный, я очень прошу объективно и честно ответить на эти вопросы. Для меня лично это очень важно. Для всех нас очень важно, чтобы мы могли принять хорошее, нормальное, выверенное решение. Анонимность гарантирую полностью. Люди в силу того, что наши эти протестуны и прочие начали персональные данные публиковать в телеграм-каналах и так далее. У них есть мнение, они знают, что делать, они знают, кому доверять, не доверять, но публично высказываться не хотят. Поэтому опрос будет персональный и полная анонимность, никаких фамилий и так далее. Поэтому очень еще раз повторяю, прошу людей ответить на те вопросы, с которыми придут представители социологических служб. Это будут очень порядочные люди, никаких выкладываний постов и фотографий ни в интернете, нигде не будет. Нужна полная объективность для того, чтобы закончить эти социологические исследования. Они будут опубликованы. Вопросы очень интересные и вопросы очень насущные, которые касаются жизни наших людей. Основной исследователь – зарубежная компания, не белорусская. И надо подключить вот на этом этапе еще, может быть, россиян. Если наши сведомые начнут ногами шпынять россиян, просьба подключить украинцев. Они прекрасно разговаривают на русском языке и с нашими людьми свободно смогут общаться. Ну и других людей, которые хотят подключиться и помочь нам объективно провести социологические исследования. Да, будут подключены социологи белорусские, но они не должны быть главные, чтобы было доверие к социологическим исследованиям всех групп населения.